Так, это у нас что? У нас снова смайт. Я очень-очень редкий пик для меня. Какой там поезд охеренный, просто охуительный, посмотри. Поэтому нужно будет поставить лайк вот за этот поезд, за этот великолепный скин на Геба и за мою игру на саппорте. Очень-очень редко это бывает. Где лучше за стримами следить, а то ты единственный, за кем мне что-то стало интересно смотреть, или ты за смайта. Братан, следи там, где тебе удобно. Если тебе удобно следить на Твиче, следи на Твиче. Если удобно следить в Ютубе, следи в Ютубе. Мне еще все равно, главное, чтобы вы были на стриме. Чат у нас в любом случае объединен, вы его на экране видите и можете с друг другом даже так общаться. Поэтому все круто. Прикольный скин. Да, я что-то я не видел то, что... Привет, я из будущего. Да, если катка будет хорошая, она, естественно, попадет на YouTube. А вы Лукас и поставите. И все-таки я не видел поезд никогда там. Прикольно. На миксере следи. Можешь даже на миксере следить. Но лучше либо Twitch, либо YouTube. Так, я уже забыл, что где. Ударная волна мне нужна. Герк, это бывший Фенрир с катки. Окей. Бывший Фенрир... А, это чувак с моего стрима, да, я понял. Вот дело не будет нормальной катки у нас в Ремзе. Калачик, я тебе дам, короче, сегодня админку в группе ВК. Замути пост, пожалуйста, с этим Twitch Now. Оформи его красиво, пожалуйста. Давай замутим. Пожалуйста, если тебе не трудно. Блять, я чат зачитал. Окей. Чувствую, катка будет не очень интересной. Постановный ретон еще не мера Украины, не знаю. Кинь приглас, другие, плиз, я приму потом. Блин, Тюр, добавься, пожалуйста. Я очень редко кого-то сам добавляю, потому что это дико неудобно. Братан, совсем неудобно это делать. Что-то у вас тут... Да, ответственность страшная. Никакой ответственности. Ты просто мне поможешь немножко... Поработать над моей группой. Не более того. Не, если тебе не трудно, если тебе трудно, я, естественно, не буду просить, как бы. Добавься просто ко мне сам, друзья, Тюр. Я добавлю, я всех добавляю. И вы, кто будете смотреть, если на Ютубе, если эта катка попадет на Ютуб. Не-не-не, все равно нас как бы подэтывают, поджимают, конечно. Пойду спать. Давай-давай, отдыхай. Отдыхай, лечись. Да господи, сколько урона-то? Эксвейтер, спасибо за подписку тебе большое. У
давать советы. Да я вроде все как бы наглядно показываю. Конечно, несложно, несложно, братан. Буду давать советы. Я периодически делаю видосы и выкладываю там, где я прям объясняю, что делать. Просто очень трудно объяснять на саппортах, когда я печально на саппортах играю, в принципе-то. Вот. Но пока мы очень плохо идем. Но идем мы сразу в перчатку, как бы начиная первую часть ее покупаем, но потом... И качать мы будем именно тройку. Блять. Живоный крот. Крим, спасибо за подписку. Спасибо большое, ребят, за поддержку. Я сейчас очень жестко тупанул. Да ты не только на саппортах играешь. Стоит метка стрелять и не умирать. Всякий распрос ждет. Надо было с Ливансу взять, он имба. Ну, может быть, может быть. Я хотел на гибе поиграть. Как бы там есть... там есть собик, и я посчитал то, что мой щит будет очень полезным. Крипов мы не убиваем. Почему не убиваем? Потому что опыт оставляем нашему АДК. У нас желтый снег. Он не желтый. Он белый, красивый. Этот крипчик еще не в тему, если честно, сюда прибежал. Ладно, мы вроде не отстаем. Я отстаю, вот мне сейчас с этой пачки бы пятый получить. Я получаю пятый. Очень поздно я делаю тройку, на самом деле. Я убил кого-то случайно. Я случайно убил кого-то. А, я понял. Боевой раскрас. Берем мы сапог на кулдаун, чтобы чаще юзать щит. А делают же реколору, сделали бы местами желтого геба снежного ГГ. Это было бы совсем тролль. Редко вижу тебя за мага, знаю твой лав-класс АДК, но все же гоу следующую катку за мага, желательно за тота. Братан, уже попросили сыграть за раму. Ну, посмотрим, если будет маг, возьму мага, конечно. Наша задача главное поставить варды. Да и сдерживать урон, давать щит и давать ульт правильно. Рама и медуза, да. Рама и медуза. Но они не понимают, они, блядь, что, долбоебы что ли, или что? Они, блядь... Они, блядь, пошли бить баф. Они что, ебанутые что ли на всю голову, или что, блядь?
ЗП пришла и бухать. Много не пей, братан. Поздравляю с ЗП-шкой. Да не хочу я на себя его юзать, блять, в том-то и дело. Бля, ну какие они дауны, сука, и я умер просто в секунду. Медузы сейчас чертова УП, сорян за маты, ребят, но это просто жесть. Я почему очень редко играю на саппорте, потому что, сука, бесполезные куски говна, если у вас команда дебилов, блин. Вот этот вот просто человек кусок дерьма, блять, который играть не умеет. Что такое ЗП? Как он уехал на ульте? Я не хочу сам всех убивать. Что-то типа веры миф все это, естественно, все же. Чего? Ёб твою мать. Да блять, иди ко мне, а не от меня, ёб твою мать. Что за Адам? Адам — это человек, который очень-очень сильно много и помогает моему стриму. Блять, короче. Повелитель ЗП. Там не Медуз делает игру, понимаешь? В этом-то вся и проблема. Игру им делает наш Джингвей. Потому что он просто до усрачки какой пассивный. Пассивный, как просто кусок дерьма какого-то. Тот кусок не способный ни на что, блядь. Okay.
Здорово, Black Box. Нахуй, блядь! Блять, ну как это можно играть, ребят? Как это можно играть? Ой, блять. Куски, блять, дерьма обосранного. Ай, блядь, это еще и кто-то русский еще и знает меня. Смотрите. Он умер, блядь, на первом левеле. От тебя, говорит Джека, я не ожидал такого фида. Он умер на первом, блядь, левеле. Мут кидаю все, да не буду я мут никому кидать, блять, ну ты, я не понимаю просто. Человек действительно своих ошибок не, он не понимает, он ничего не сделал.
Блять, он просто остановился. Он просто остановился и не побежал с нами. Ну почему, блять? Типа, я не знаю, ребят, как это комментировать, типа, и что делать. Он только что ультил. Нет? Это очень странно. Понятно, мы можем что-то сделать, но, блядь. Ой, господи. Сука, откуда у него уже блинк? Чувака никак не смущает, что они уже этого убили, блять. Быка или кого там они? ФГ убили. Тяжко, однако, да меня вообще в нулину перемалывают. Типа в этом вся сложность, я не могу повлиять никак на игру, понимаете? В этом все говно, поэтому я не люблю играть с саппортами. Мне нужно играть АДК, чтобы я знал, что я могу убить. А тут я могу что дать? Я могу дать, ну, помощь, грубо говоря, но не могу повлиять. Ну, блин, хотя нет, саппорты... Тяжеловастенько играть на них тоже. Да ультанул бы, уже убил бы, алё. Ну, блядь. Отлично. Атака!
Ничего не дал щит, что ли? Ладно, уже и не надо. Хорош. Короче, не заморяйся ты, топ, пойду пропивать соком ЗП. Давай, давай, братан. Долго будешь? Не знаю, нет. Я бы уже заруинил. Много не пей, братан, много не пей. А то будешь как Можай. Можай приходил, он пил, типа, и закидывал мне деньги чисто на стрим. Это пипец. Камбэк может быть, но я уже не заморалась так, что может и не камбэк. Ой, хорош. Слава богу, ушел, блядь. Я не стал... Откуда такой скин возвращения? Это... Ой-ой-ой, блядь! Да не туда, ты ж можешь убивать. Хорош. Это был байт с моей стороны. Это был байт, конечно, ребят. Ну вы же понимаете, да? Ой, Стигма, братан, я не увидел твое сообщение. Упс, не вовремя. В смысле не вовремя? А, то, что я скин показал. Да, ничего страшного, нормально, братан. Транк, да. Это ранг, и мы пытаемся из жопы вылезти, и у нас это успешно получается, между прочим. Я так горел и так бомбил, походу дело зря. Не, не написали ничего. Мазохист. Нормально. Бля, можно я возьму? Спасибо. Так, ну все нормально, сейчас уже более-менее нормально, конечно. После смайта Ведьмака, блин, наверное, сегодня нет, а завтра будет Ведьмак в любом случае, я очень хочу его поиграть. У меня уже две серии записаны, но я их еще не выложил на YouTube. Почему на Твиче больше людей, чем на YouTube? Первый раз такой, наверное, за несколько стримов месяцев. Какой-то нежный в этом скин. Ой, ребята, как же мы объективы забираем-то, а, грамотно, а? Как же мы камбэчим, блядь? Блин, рано еще продавать, наверное, да? Хочу какую-нибудь такую штуку, что ли, собрать. Еще очень много контроля там.
Ведьмака, да, ребят, Ведьмака играю вообще. Ну, я считаю, что это активно, да. Кто только на субу смотрел, лол, я не знаю, что это такое. Которые не работают. Они работают, они не начисляются. Все будет калачик. Сейчас нет времени на это, к сожалению. Да еще не говори опять со своим аниме. Я не знаю, почему они не пошли в атаку, типа. Я хотя бы двоих застанил. Лол. Забьете, блять, почему меня? Атакуйте, атакуйте, ребзя. Вот это...